Всем здравствуйте! Меня зовут Юхтовская Маргарита Юрьевна. Я являюсь мастером производственного обучения в Павлодарском колледже сферы обслуживания по специальности швейное производство и моделирование одежды. Тема сегодняшнего онлайн-занятия – обработка накладных кокеток с овальными краями. Цель сегодняшнего урока – изучить обработку накладных кокеток с овальными краями и научиться применять теоретические знания на практике, соблюдая технику безопасности. Для выполнения практического задания нам понадобится крой спинки с кокеткой, сантиметровая лента, портновский мел, ножницы, портновские булавки, иглы, нитки, а также швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой обработки. Кокетка является одной из конструктивных линий в изделии различных форм – прямые, овальные и фигурные. По способу соединения кокетки могут быть приточными и накладными. Кокетки, как правило, применяются на опорных участках изделия, в рубашках и платьях, в плечевой части, а в юбках и брюках на участках талии и бедер. Расположение кокеток и необходимость нести повышенную нагрузку в эксплуатации определяет способы их обработки. Срез припуска основной детали должен быть обметан до соединения кокетки. Ширина припуска основной детали 1-1,5 см. На основной детали намечают линию притачивания кокетки. В фигурных кокетках с кантом или отделкой сначала приметывают к основной детали отделку, совместив край канта с намеченной на ней линией. На кокетке наметить линию сгиба. Нижний срез кокетки заметать по намеченной линии 0,7 см. Припуск шва высечь углами. Кокетку накладываем на лицевую сторону основной детали лицевой стороной вверх. Уравниваем контрольные точки и срезы и приметываем. Настрочить кокетку шириной шва 0,1 сантиметр от сгиба кокетки. В начале и в конце закрепка. Удалить строчки временного назначения, рассекая через каждые 10 сантиметров. Приутюжить готовую деталь через проутюжку с применением пара. Сегодня мы изучили и выполнили на практическом занятии обработку накладной кокетки с овальными краями. Всем до свидания!